господа, всем привет! Сегодня у нас такой не формат, скажем так, не рыбалка, а пикник. Покажем, как мы прожили этот день. Надеюсь, будут интересные, красивые кадры. Ну а вы оставайтесь с нами, посмотрим, что из этого выйдет. Как говорится, будем делать посмотреть совместно. Сейчас приедет Кирюха, потом Сашка с семейством своим. Что-нибудь вкусненькое приготовим. Ну, как говорится, смотрите, что из этого получится. Ну, обязательно, конечно же, перед началом видео хочу попросить вас вот эту кнопочку нажать заветную. Вот тут снизу будет такая. Подписаться. Для нас это важно, для вас это пустяк. Мы начинаем начинать. Все те же на манеже, вот так вот припарковались, как припарковались, никуда не катались, так скажем, пока кругаля дали, вот так вот за этим бугром объехали до озера замерзшего. Ну, посчитали, что там вообще некрасиво, и приехали сюда. Ну, тоже своеобразное интересное место, интересные машинки. Давайте вам покажу. Вот она, двухсотка, симпатичная, Sequoia. Sequoia — это особенно красивая машина, хорошая. Старший брат Forerunner. Он там тот самый Forerunner стоит, красивый, в зеленом цвете. Не так часто встречается на наших просторах, но все же есть. Вон он, красавчик. Элька и, конечно же, Forerunner бандой. 185 и 215 по центру. Вот так вот стоят. Хорошо. Вот такой вот у нас сегодня легкий такой день. Суббота. Выехали подышать. Что-то вкусненькое приготовить. Ну и, собственно, как-то так. Покатались. В снежку побурились. Порубились. Много чего не снимал. Ну, по сути, я-то и не знал, что там где-то будем рубиться. А так бы подзаснил. Forerunner себя показал с лучшей стороны. Мотор, конечно, решает. Ух ты, какой ветер, а! Вот так вот в спину прям дует. Я лучше тут постою вот так. О. Коротко про ветер. Ветер, конечно, есть. Но тут благо вот так вот вокруг горы, сопки. И не так сильно дует. Хотя на Копчегае передавали где-то 39 километров в час ветер. Вот. И да, это достаточно некомфортный ветерок. Вот так вот бандой мы встали. Наша банда Forerunner Team. Внутриштатный. С нами все. Сашке что-то там в телефоне. Здорово всем. Вот, мутит. Да, мамы тут. Короче, с семейством выбрались. Я же сказал, Саша со всем семейством, да, прибыл. В общем, мы начинаем мутить. А тут вообще в палатке атмосфера. О, тут, да, прям вообще. У нас сегодня будет, как вы помните в видосах, будет курочка по-елийски. Вообще, изначально другое блюдо планировали. Но сейчас мы что-нибудь вкусненькое замутим. С нами Казан Иваныч. Вот. А значит, будет что-нибудь, да будет вкусно. Что мы будем делать? Да. Будем посмотреть. Ну все, как и всегда. Итак, делаем вот такие вот надрезики, чтобы, ну, готовка была лучше. И все. А у нас что получается? Сейчас мы сделаем курочку по-елийски. Вот. Ну да, как иначе. Это такой... Да, уж на данный момент по Касазенски это такой локальный продукт на самом деле. Где находимся, по тогошними и будет. То есть вот так вот. Ну тут вот так. Вот сегодня хорошо поправил ножик, прям нравится. А то до этого можно было пытать им.
где деньги, Лебовски? И ножом пей лишь полчаса. Вот такая вот история. Ух ты. Так, вот это мы не едим, значит. Ой, тут ее прям переломали. Что она, в UFC участвовала? Ну, KFC, UFC. Не, KFC сегодня не будет. Так, так. Так, сейчас мы... Вот с этим, как его вести, на самом деле. Вот этот соусец. Сейчас мы чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Сделаем вот так. Много тоже не надо, опасная штука. Да, Жони? Кстати, ароматика чухаешь, прям пошла лютая. Дальше. С вот этим вообще аккуратно, здесь на любителя. Это острый перец. Ну, на самом деле, крылышки должны быть пикантные. Как ты считаешь, Кирюх? По-моему. На любителя острота. Ну, в целом, как мутим, вроде у меня получается, да? Так что, говорит, делай вкусно, ничего не знаем, да? Так, ну все, у нас здесь... А, еще масло можно... Ну, масло, кстати, не обязательно. Здесь я бы лучше аджички еще добавил. Аджика – это одна из прям моих любимых специй. Вот интересно. Перчаткой подцеплю? Да, подцепил. На удивление. Где у нас мусорка? Давай. Вот так вот, если не откручивается, вот так берете. Вот так, раз. И в другую сторону. Все, и она откручивается вот так в 2 секунды. Так, 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 так. Все, дальше мы массаж. Вот так вот делаем. И все это... О, аромат вообще лютый стоит. Вот эта вот специя прям рекомендацион. Не знаю, что за бренд, но идейка на закуску. А, ну это получается этот, копченый. Да. То есть чувствуется, да, прям копчение прям идет. Все, так вот мы... О, по-моему, будет вообще пушка. Я уверен. То есть это прям будет очень вкусно. Так вот сюда. Складируем. Дальше картопля. Давай, подавай. А, блин, у меня рука. Надо заменить перчатку. Да, надо пит-стоп сделать. Вот тут вот, Кирюх. Одна вышла из чата. А хотя, знаешь, вот мне вот так удобней. Вот этой придерживать. Пока не нужно. Что ты вот здесь его порвал, отсюда бы вытаскивал? Да можно, я хочу ее это, чтобы она подольше прожила. Сделаем поближе. Картофанчик. Здоровый кусок получится. Ну ладно, ничего страшного. Хотя можно пильнуть. Там еще одна должна быть. Ты знаешь, как я заготовил. Все, можешь еще. Так, заготовочку сделал. Так скажем, полуфабрикаты. Первым отправлю картофан. Потом обжарю куринду. Картофан выну. А потом все это соединю, но, скажем так, вот это все будет отдельно, по отдельности все жарится, потом все совместить получится. Обалденно! Рекомендацион. Ну, сейчас все увидите. Вот так вот, много масла лью, ну, чтобы это был эффект такой фритюра. То есть, и, ну, по принципу казан-кабоба, ну, поскольку это не казан-кабоб, потому что он не может в априори считаться из курицы, оно либо же говядина, либо же барашек. Других, ну, не то будет. Это уже не казан-кабоб, это какое-то другое блюдо. Ну, мы назвали его, скажем так, казан-кабоб по-илийски, но сегодня по этому, касаденски его. Так, вот так сейчас настроим казан, ну и все. И все, следующим делом мы отправляем вот так вот во фритюр картофанчик. Вот так. Порционно отправим. Обдадим его вот так вот, чтобы... Пусть прожарится. По три ножки будем обжаривать.
Так будет нормально, так будет правильно. Так, а куда я повешал тряпку? Вот кто бы подсказал мне. Еще бы найти ее. Так, сейчас отвлекся чуть-чуть. Сейчас найду тряпочку. Вот так вот, ну, постепенно обжариваем курочку. Ну, ее нужно только подзолотить. Ее сейчас готовить, ну, не нужно. После мы масло сливаем практически все. Ну, сейчас последовательность покажу. Обалдейте, готовьте, это очень легко и вкусно. Следом вот уже вот здесь отдельно картофанчик, отдельно пожарил, получается, куряту. И вот так вот обжариваем лучочек. Именно пассируем его, чтобы он мягкий стал в целом. Не нужно его прям до золотистой ультра доводить. То есть его нужно немножко обдать. Дальше уже пойдет по накатанной. Пивком запахло, чувствуешь? Сейчас залил пивко. Пошел такой характерный запашок перегара. Он уходит. И мы сейчас... Вот это как-то нужно аккуратно. Ух ты! Казан полный, надо больше казан. Уф, вот так вот все. Протомить, протушить это все дело. Ну, на самом деле... Вот так вот. Еще вот тут вот. Опаньки, иди сюда. Ой, я... Не, ну слушайте, это уже выглядит как минимум можно... Ну не можно, а хочется схватить и сожрать прям. Вот это прям да. Но не готовенько. Нужно ждать. Ой, сейчас повар. Конечно. Нужно... Ужин, он все варит. Ну а вы что думали? Тут нужно это, настройки такие проводить. И все, украшение, это уже 2 минуты, сейчас вот под это прогреется, вот это жарить ни в коем случае нельзя, то есть это нужно вот прогреть, дальше отправляем, ну ладно, приоткрыл, подальше. Вот такая красота, где-то минут 5 и будет бомбяв, отвечаю. Так, готовое блюдо. У нас тут ультра кабоб такой. Кабоб по-косозенски. Вот так вот. Вот так вот. Подчерпываем. Все это дело вкусное. Все это дело правильное. Так, ух ты. И потом поверху подливкой подлить все это дело. Чтобы было очень вкуснее. Какой тяжелый разнос-то, а? Уф, как бежит все с него. Так. Вот такая вкуснятина у нас получилась. Это пар не идет. Пар не идет, потому что ветер. Угу. Вот кабоб по-косозенски. Ввиду вот этих вот всех обстоятельств мы делаем подсъемы. Ну все, надо идти. Что делать? Кушать. Именно. Все, идемте. Все хотят. Идем, идем, идем. Итак, идем. У нас тут Аврора с нами. Привет всем. Всем привет. Всем привет. На такой мощной технике. Что за техника? Два это, слова. Этот, как я сам забыл, да? Цефмото. Ну это Цефмото, ништяк. Ну все. Огонь, вот такой вот квадратик прям по кайфу. А, все, на суете, ай-яй-яй, хорошо ушел.